А сегодня у меня в гостях не просто соблазнительная красавица, но и талантливая певица, просто сильная девочка Аня Плетнева. Привет! Привет! И сразу первый вопрос. Что нужно сделать, чтобы стать сильной девочкой? Ну, наверное, нам, девочкам, помогает сильными стать опыт, прежде всего. Вот у меня его очень много. Практически уже 20 лет я пою на сцене, я выхожу на сцену, и каждый раз, знаешь, это как в первый раз, мне каждый раз приходится собираться с силами, и, наверное, из-за этого у меня вот так как-то я себя ощущаю такой мощной девушкой. В жизни такая же сильная, или это просто сценический образ? В жизни я тоже такая же сильная, потому что мне приходится быть такой, как руководителю коллектива, как продюсеру, поскольку на мне очень большая ответственность, у меня большой коллектив, и я должна решать все их проблемы, так что я и в жизни такая же сильная. А у тебя есть возможность представить сейчас свой клип нашим телезрителям канала «Европа плюс ТВ». Да, дорогие зрители канала «Европа плюс ТВ», я хочу представить свое новое видео. В этом видео я совершенно новая, снова рожденная Аня Плетнева. Наша песня «Сильная девочка» сегодня для вас.